Сегодня у моего папы день рождения. И вручила ему открытку, которую сделала сама. Прошло. Да, и вот, значит, Алла мне открытку подарила. Я, причем она сама сделала, собственно, руками. А4 формат. Вот написано. С днем рождения, любимый папа. С днем рождения тебя, папа. В этот день я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, уважения окружающих и огромной любви. Всегда оставайся таким же веселым, добрым и умным человеком. Ну да, ума девать некуда. Также желаю тебе больших успехов в твоей любимой работе и непременно добиваться всего, что задумал. Я очень хочу сказать тебе спасибо за помощь, мудрые советы и любовь. Я тебя очень люблю, папа. Я рада, что ты у меня есть. Еще раз поздравляю тебя с твоим днем рождения. Твоя любимая дочь Алла. 4 июня 2017 года. Сегодня папе 26. Молодая жизнь только начинается. Всего доброго. До свидания. Спасибо, доченька. Я тебя очень люблю. Это очень важный для меня подарок, я его сохранил на всю жизнь. А молодая жизнь тут начинается, ты написала. Поэтому я проживу еще 99 лет.